What is happiness for you? Доброго времени суток. Давайте сейчас рассмотрим вопрос полива в грибном помещении. Мы оставим в стороне все остальные способы полива, которые возможны в грибных помещениях. Сегодня рассмотрим именно форсуночный полив, который является первым способом увлажнения воздуха в грибном помещении. Почему первым? Потому что все остальные способы имеют очень большие, значит, факторы ненадежности и очень большую стоимость. Этот же полив самый надежный и самый, скажем так, низкий по своей себестоимости. И относительно такого коэффициента цены и качества этот полив должен быть обязательно проинсталлирован в любом грибном помещении. Начинается он, естественно, с фильтра. Вот перед вами фильтр, на нем еще по буквам можно прочитать озадка, значит, какая-то модификация такая. Значит, видим у него понятным образом, что есть приточная труба и отточная труба, скажем так. Преимущество, к сожалению, нет фотографии в разобранном виде, преимущество именно вот этого фильтра в том, что он, как вы видите, сверху вот такая крышечка, он абсолютно разборный. Когда снимается эта крышка, его можно промыть, потом отвинчивается вот такая большая вот эта крышка. Оттуда вынимаются кольца с такими, которые складываются друг к дружке, что-то похоже на бутерброд. Они полностью заполнен весь этот фильтр этими кольцами. Они очень хорошо промываются в мыльном растворе, складывается обратно, все это собирается снова, и фильтр готов к использованию. Это многоразовый фильтр, который можно использовать множество раз для фильтрации воды, и не только для полива вешенки, а в садоводстве и в других случаях. Фильтр обязательно необходим, иначе песок, который будет попадать из системы водоснабжения, независимо от того, откуда идет эта вода, это может быть даже мелкие кусочки ржавчины, которые будут попадать в форсунку и просто-напросто перекрывать воду. И самое главное, что выводить из строя ваши форсунки, которые вы будете применять для полива. Ну, здесь какие-то элементы монтажа этого фильтра предварительно на входе воды. Вот, как мы видим, здесь будет подключаться водоснабжение пластиковой трубы, которая, то есть приток воды. Отсюда уже, как видим, монтируется выход на шланг, по которому будет вода подаваться в дальнейшем на сами форсунки. Ну, приблизительно здесь монета сбоку, для того, чтобы приблизительно определить размеры этого фильтра. Вот элементы монтажа. И вот мы видим сейчас форсунки в том виде, в котором они пришли не по почте. Значит, вот такой у них внешний вид. Вот здесь видим размер этой форсунки. Довольно-таки она маленькая, приблизительно как 50-копеечная монетка. Ну, вот такой у нее внешний вид. Значит, общий принцип работы этой форсунки заключается в следующем. Вот в этом месте мы видим, значит, такой вот столик, я бы его назвал. Столик или подставочку. И с другой стороны очень мелкое отверстие, из которого под большим давлением из системы водоснабжения подается струя воды, которая, ударяясь об этот столик, превращается в мельчайшую пыль, которая разлетается в радиусе 1 метра. То есть диаметр покрытия одной такой форсунки 2 метра. Таким образом, можно просто рассчитать количество таких форсунок, которые необходимы будут в грибном помещении для того, чтобы полноценно делать полив. Но не забываем тот момент, что у нас грибы — это грибы, а не помидоры и не огурцы, поэтому орошать их особо водой не нужно. Нам больше важно насыщение воздуха, воздуха в помещении влажностью. Поэтому, возможно, не обязательно форсунок делать такое количество, чтобы полностью заливать все грибы. Нам больше важно, чтобы время от времени увлажняли стены и пол,
которые при испарении будут образовывать необходимую влажность в этом помещении. Ну вот еще какие-то внешние виды этих приспособлений. Это какие-то переходники для монтажа. Вот я здесь фотографии в разных ракурсах. Значит, скажу сразу, что вот этот пластиковая такая трубка, мне не совсем, ну, она, эти форсунки больше используются где-то в ботанике для полива помидоров, огурцов, в теплицах, где высокие потолки, и вот эти трубочки могут иметь место быть, скажем так. Для грибного помещения, где потолки, нужно стараться максимально, чтобы были низкие для экономии той же влажности и энергосбережения. Поэтому вот этот длинный шланг сразу был устранен, просто укорочен до 3 сантиметров, и сама форсунка была непосредственно включена в этот шланг, только не вот такой длинный, а где-то сама форсунка вместе в собранном состоянии, ну, имела где-то в длину сантиметров 7, скажем так, вот вместе с этим, значит, вот этим местом для внедрения дальше. Сейчас все будет видно. Вот здесь видим очень простую систему для монтажа этих форсунок. Берется пластиковая трубка для водоснабжения, труба, вернее, в ней просверливается небольшое отверстие диаметром, вот нижний вот диаметр этого конуса, и просто вот этой, за вот ручечки, которые есть на самом вот этом конусе, оно ввинчивается в эту трубу без всяких там дополнительных уплотнений и так дальше. Довольно-таки просто и быстро монтируется. Вот, вот этот весь комплект для монтажа водоснабжения в сборе. Вот такого он внешнего вида. Вот сама форсунка, как она выглядит. А вот есть пример, как она выглядит в собранном виде. Вот посмотрите мне, пожалуйста. Приблизительно здесь можно так сказать, что она есть в свою натуральную, в натуральном размере. Может быть, немножко меньше. Да, ну немножко меньше она, конечно, будет. Но приблизительно где-то вот в таком размере она выглядит. Вот где-то вот такая. Вот такого размера. Что у нас здесь дальше? Вот комплект этих форсунок для монтажа. Ну, скажем так, приблизительно на 25 квадратных метров на одну камеру, на, или там 30 квадратных метров, приблизительно нужно таких форсунок штук 6. Этого будет достаточно. Вот сам конус для монтажа. Вот так выглядит она, уже переделанная под грибное хозяйство. Вот трубка нам улыбается. Они где-то, их можно применить в другом месте. Вот эти грузики, скажу вам, что это очень полезная трубка. Они такая, вот этой голубого цвета. Она очень такая мягкая, и ее хорошо применять, хорошо она применяется для соединения поливочных шлангов. То есть она имеет как раз такой диаметр, и если одеть на нее металлический хомут, шланги хорошо затягиваются и хорошо соединять. Вот такие полезные, немножко лишние, но детали нашли применение в хозяйстве. И вот видим уже смонтированную форсунку, она ввинчена в трубу. И видим уже все это в готовом виде. Здесь, если присмотреться внимательно, очень хорошо крупным планом видно меленькое отверстие в центре, откуда подается вода. То, что я рассказывал, на маленькую вот эту табуреточку, которая, оно разбивается, и происходит распыление в диаметре 2 метра. Что у нас здесь дальше? Здесь тоже очень хороший такой ракурс, когда вот реально видно вот эту табуреточку, на которую попадает струя воды из этой форсунки. Вот видим, оно вмонтировано в трубу. Если присмотреться дальше, то вот идет такая подковообразная вот эта труба. Сейчас вот так вот она смонтирована по всему помещению, подвешена просто под потолком. Как видим, на расстоянии 2 метров друг от дружки смонтированы вот эти форсуночки. Труба огибает все помещение, возвращается назад, и в конечном результате вот здесь мы видим, стоит просто заглушка. На концевике трубы стоит вот заглушка, какими-то подсобными такими способами это все заглушено. Значит, принцип работы
всей этой системы такой, что создается напором воды, создается давление внутри этой системы, и под давлением подается, значит, под каким давлением? Ну, я скажу, что у меня давление в системе, автономной системе водоснабжения 2,5-3 атмосферы. Вот приблизительно под таким давлением. Понятным образом, что чем выше давление, тем мельче будут капли, которые разбиваются, ну, которые будут подавать вот эти форсунки. Чем давление будет ниже, тем эффективность работы этих форсунок будет снижаться, и вода будет подаваться, возможно, большими каплями, которые будут падать на пол. При включенном состоянии и при давлении приблизительно в 3 атмосферы образуется мельчайшая пыль. Эту систему очень легко и просто автоматизировать с помощью таймера, который будет включать по заданному режиму водоснабжение. Как организовать вот эту систему автоматизации, я расскажу отдельно. Следите за публикациями на канале, и я покажу, как простейшим образом провести автоматизацию вот такого полива. Значит, в каком режиме работает полив? Он работает в режиме приблизительно 1 минута полива 3 раза в сутки. То есть каждых 8 часов вся эта система включается всего на 1 минутку. Приблизительно это выглядит следующим образом. Секунд 20 идет нагнетание давления в эту систему. После этого, когда система заполняется, ну, или в системе создается необходимое давление, приблизительно секунд 40 идет распыление воды, и дальше система отключается. Этого достаточно, чтобы в этом помещении всегда сохранялась та влажность, которая будет необходима грибам, и в то же время наши грибные блоки не заливали излишней водой. Вот такая простейшая система для организации полива в грибном помещении.